Стоимость нефти Brent достигла двухлетнего максимума. За баррель этой марки дают почти $63. Последний раз баррель Brent так стоил в июле 2015 года. А цена фьючерсов на нефть WTI увеличилась до $56 за баррель. По данным аналитиков, рост нефтяных котировок спровоцировали сообщения из Саудовской Аравии. Там в рамках масштабной борьбы с коррупцией арестовали 11 членов королевской семьи. Принцев обвиняют в отмывании денег, злоупотреблении властью, коррупции, растрате и других преступлениях.